Мы с Петей шли домой из школы, несли по двойке, вот досада. И друг сказал, чтоб стать веселым, здесь позитив увидеть надо. А где найти такое диво? Мне позитив не попадался. Скажи, он страшный или красивый? Я с ним ни разу не встречался. Чудак ты, брат, ведь он повсюду. К примеру, двойка приключится. Но я грустить о том не буду, ведь у кого-то единица. Да, верно, есть в портфеле двойка. Но если позитивно мыслить, она одна всего и только. Нельзя за это нас отчислить. Ты понял, не грусти напрасно. В плохом хорошее найдется. Ведь жить на свете так прекрасно. Все непременно обойдется. Смотри, огромная ворона над нами в небе закружила. Пригнись скорей под веткой клена. Она еду переварила. Ой-ой, пятно, вот день бедовый. Костюм испачкан, как противно. Пиджак уж точно купят новый. И это очень позитивно. Ну что ж, пойдем в футбол сыграем. Я вижу игроков на поле. Мы с ними вряд ли заскучаем. И позитивно им в футболе. Кидай, пасуй! Очки разбиты. Как жаль, но гол забит красиво. Зато с противником мы квиты. И тут навалом позитива. Мою ладонь мечом задели. И палец ноет постоянно. Зато тебя на 2 недели освободят от фортепиано. День минул, нас в портфелях ждали. Предлог, глагол, инфинитивы. А мы все воздухом дышали и находили позитив. Мы позитив весь день искали. Пришли домой примерно в 6. И тут нам папы показали, что негативы тоже есть.